И 4,5-2,5. снова я Проигрываю 4. пока. Съел. Съел. Ну, это такое нагловатое со стороны Александра. Давайте. Это Что-нибудь такое. начало очень, Гамбита какого-нибудь. очень нагловатое. Надеюсь, я сумею опровергнуть, потому что вот после такого дебюта очень важно, чтобы первый матч закончился сейчас. Потому что если соперник вот с такого вот сумеет вылезти, это будет удар по самолюбию и по психике, по моим. Вот, вроде бы у него нету пешки. И сейчас висит вторая. Висит вторая. И d5 я могу пойти. А6, dc, аб могу. А могу Слон пойти слон c4 есть c4. сюда. Пошло все Тоже тяжкие. очень все грозно для черных. Конь f7, угроза очень неприятная. Всем очень неприятная угроза. Да, это я не туда полез. Это я не туда полез, да. А, не туда полез, Шура. Так. Ферзь g7 нельзя из-за слон e5. Да, по Есть дебюту он меня проблемы. достает вот этими схемами своими. Есть проблемы. Ну, я сам виноват, ладно. Так. Будем готовить Тогда эту ладья скандинавку, d1. надо ее как-то отработать. Связать. Ладью напротив короля поставить. Пешек поровну. Ой, тухло, блин. Пешек Ой, поровну. тухло, Если блин. конь бьет c2, то ферзь бьет g7. А если ферзь бьет c2, то я собирался играть конь c3. Конь e2. Король h1. Конь бьет c3. Ладья бьет d6. Или король f1. Король h1. Конь бьет c3. Ладья бьет d6. Так, ладья d2 выигрывает или слон f4? Слон f4, наверное, надежнее выигрывает. А, слон F4 же Вот так есть. вот. Закончил я развитие и Продуваем. просто забрал ферзя шахом. Это победа в первом Ладно, все, матче со проиграл я счетом матч. 5-2 после 1-0 он 0-2. повел. Фух, Отдал теперь у матч. нас Ну будет ладно. матч до 5 побед с контролем 3 плюс 0. Я прям не ожидал такого триумфа. То есть после 0-2 Ну особенно, что, после тогда того, как 3 в плюс третьей 0. партии я стоял безнадежно и грозило мне 0-3, Второй матч. вот я прям не ожидал.